По данным синоптиков, в ближайшие дни ощутимых изменений в температуре воздуха не ожидается. Подробнее прямо сейчас. На Южном Урале переменная облачность без осадков, о температуре в городах. В Садке, Златоусте и Верхнем Уфалее плюс 28. В Троицке, Южноуральске плюс 30. В Магнитогорске и Карталах плюс 32. Температура воздуха в Челябинске в ближайшие дни. В ночные часы плюс 21, плюс 18, а в дневные часы плюс 31, плюс 28. На этом все. Я желаю вам хорошего настроения. Увидимся на 31-м.